Сейчас мы вот на такой площади. Раньше это был завод УВМ. Вычислительной техники, вычислительных машин. С этой стороны у нас дом Сатагару. Торговый центр. Люди ходят. Так, кто к нам приезжает? 3 ноября Баста. 9 ноября Владимир Моисеенко, Владимир Данилец. Слава приезжает. Гела Гура Леа. Ты такой. Что-то не знаю этого дела. Так, по задворкам пошли. Смотри, ага. Мы идем по маршруту, как на велосипеде. Шашлычная. У нас сейчас везде шаурма, люля-кебаб на каждых углах. Не средняя полоса, а Закавказье. Самсой питаемся, кебабами. Дубок. Красивый какой-то. Прям такие пышные дубки. Еще зеленые, крепкие, красивые. Тут уже вон поджелтели. Ой, какая еще зелень хорошая. Еще такое удовольствие. Не жарко, не холодно. Ну, прям... Ой, летом жарко сидишь до вечера, не вылезешь. Я прям наслаждаюсь воздухом. Я наслаждаюсь воздухом. Хоть немножко прогуляться. Вот здесь мы на велосипеде с Аллочкой катаемся, да? Так вот едем, едем по дорожкам, по этим. Катаемся. Ой, сейчас мы придем на аллею Орловских партизан, да? Угу. Потихонечку снимем это все. Такие небо какое. Давай покажу небо какое. Небоскребы. Ага, небоскребы понастроили. Свечек тут понатыкали у нас. Был частный сектор. Ну и звонок, я тебе скажу. Ты что так вздрогнула? Я чуть фотоаппарат не выразила. Так, а это у нас баптистская. Почему школа? Храм. Церковь, да. Не храм, а церковь. Там какие-то тучи идут. Ну уже посмотри, проблески голубизны. Уже все. Наверное, в Америке тоже этот смерч прошел. Ураган, ага. Рябинушка стоит, красавица. Будем зимой, когда мороз, смотреть, вспоминать. Все самое лучшее, что было в нашей жизни. Угу. Сейчас мы молоды, красивы, пройдет время. Сморщимся, постареем. Но будем набираться сил из своих видео. Вот такие вот интересные наросты на деревьях. Интересно, вот что это такое? Почему они такие кривые? Mm-hmm. Прям как больные какие-то, да? Страшные прям такие деревья. Ага. Прям подряд, три дерева. Ух, тут тоже с собачками гуляют. Очень часто. Красивое место. Очень красивое. Дорожка ровная. А сейчас будет автозаправочка у нас, да, маленькая mm-hmm. такая. Ой. Газпром. Газпром. Интересно, когда? Как могилы прямо. Вот посмотри, вот сделали асфальт, uh-huh. такие кучи оставили, как могилы прям. Ужас. Ничего не разровняли. О, липа, да? Ага. О, как хорошо, когда она светит, правда? Да, ты, такие будет. Куски. Вот так на велосипеде грохнешься в кювет, всю голову поразобьешь ага. об эти комки. Эти урюки делали. А тут что такое? Щебни насыпали. Баки там, наверное, засыпали. Ну вот, мы почти уже и дошли. Далее Орловских партизан. Сейчас посидим,
и отдохнем там.